Двое жителей Курска признались в двойном убийстве, за который другие уже отсидели 14 лет. Сделали они это сознательно, чтобы избежать пожизненного наказания, которое, впрочем, им уже не грозит из-за срока давности. Все это время в тюрьме по ложному обвинению находились Дамир Ахмадуллин и Рустам Алабердов. Их в 2001 году задержали недалеко от места убийства. Тогда в деле появился некий свидетель, который подтвердил, что видел именно этих людей. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы их жизнь круто изменилась. Суд приговорил каждого к 16 годам строгого режима. Дамир и Рустам отсидели по 14 лет и вышли досрочно за примерное поведение. Правда открылась совсем недавно. Полиция задержала двух рецидивистов по обвинениям в серии убийств, которые находились в розыске. На допросе они во всем признались, в том числе назвали заказчика и подробности того дела. Теперь Дамир и Рустам надеются, что в ходе пересмотра они получат полную реабилитацию и вспоминают ужасы, которым пришлось пережить. Да, был объявлен приговор, конечно же, мы испытали шок, огромный шок. И все-таки мы надеялись на ту правду, что она будет, это правда, о том, что мы невиновны. Но когда мы услышали приговор, нам огласили, мы получили, конечно же, шок.